Одесса, 23 мая 2023 года. Ночь с 22 на 23 мая в Одессе прошла беспокойно, напряженно, и вот почему. Примерно в 11 часов вечера 22 мая в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сразу же пришло тревожное сообщение, что подача сигнала воздушной тревоги связана с тем, что есть угроза применения баллистических ракет. Пожалуйста, будьте в укрытии. Обычно такое происходит, когда в оккупированном Крыму боевое положение приводят ракетные комплексы «Бастион». Но минут через 20 пришло оповещение об отбое воздушной тревоги. Угроза удара баллистических ракет не подтвердилась. Этой ночью было беспокойно в Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Житомирских областях. Там была угроза применения беспилотных ударных летательных аппаратов. И периодически там работало ПВО, были сбития шахедов. В Одессе области в ночь с 22 на 23 мая ракетных прилетов и прилетов дронов «Камикадзе» зафиксировано не было. Сегодня в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозу и порывы шквального ветра 15-20 метров в секунду. Местами возможен град и небольшой дождь. В связи с этим увеличивается минная опасность. Мины могут отрывать якорей и прибить к берегу, где они могут сдетонировать. Пожалуйста, в прибрежной зоне будьте очень и очень осторожны. И лучше там сегодня вообще не появляться, тем более, что погода к этому не располагает. Мирного неба, хорошего дня и, даст Бог, до новых встреч!